14 мая отмечался день рождения Сергия Радонежского, одного из самых уважаемых в православии святых. Традиция его почитания уходит более чем на полтысячелетия в историю русской земли. С биографией известного святого десногорских школьников познакомил клирик городского собора «Всех скорбящих радость». Встреча священнослужителя и учеников средней школы номер 2 состоялась 14 мая в Центральной городской библиотеке. О судьбоносной роли преподобного Сергия в истории нашего государства десятиклассникам рассказал иерей Валерий Власов. Для кого он является основателем монашества? Вот. Для кого-то он является великим государственным мужем, потому что все знают его благословение Дмитрия Донского на поединке. Да? Мы знаем, для кого-то более... Узко, если брать, он был помощником в обретении семейного счастья. Еще при жизни Сергий Радонежский стал символом единства церкви и народа. Он также известен как отшельник и чудотворец, основатель Троицы Сергиевой Лавры под Москвой. По мнению организаторов встречи, знакомство школьников с жизнью выдающегося человека не только расширяет кругозор подростка, но и дает возможность передать им его бесценный жизненный опыт. И уже есть такой живой пример жизненного пути. То есть мы же все с вами проживаем жизнь не первый раз. То есть я имею в виду, мы проживаем первый раз, но жизнь уже проживали множество людей, которые уже сделали свои ошибки и наоборот, сделали какие-то правильные поступки, на которые мы должны ориентироваться. В честь Сергия Радонежского в библиотеке также действует специальная выставка. В ней собраны жизнеописания святого и литература о его деятельности. Ксения Лошкова, Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.